Всем привет, друзья! С вами снова я, Мануэль, после небольшого перерыва. И сегодня мы будем играть в игру под названием Overcast Wilding and Heavy Revolve. Как-то так. В общем, хотел записать предысторию, которая здесь в начале, превью такое, но почему-то при включенном фрапсе игра вылетает в этот момент с неизвестной ошибкой. И я решил, короче, записывать сразу уже геймплейную часть. Что-то у нас там стучит, короче. Но стрелка нам указывает в другое место, и, видимо, сюда нам и надо. Так. Ага. А это нам не нужно проверить, что там происходит? В общем, из названия уже понятно, что здесь будет, блядь, присутствовать оборотень. Ебать. Так, сразу извиняюсь за мат. Был небольшой у меня перерыв. В хоррор-игру я не играл. Сейчас это первое за две недели. Почему я не писал видео? Всем, в принципе, похуй, но я скажу, потому что мне было лень. И сейчас мы проследуем на второй этаж. Hold Rift Mouse бутон. Удерживайте правую кнопку мыши. А какая правая? Вот. И что это? Что дает? Посмотреть вот так. Это же правая кнопка мыши. Как, блядь, фонарь затушить? Фонарь не тушится. А, подожди. А. Нахуй мне нужен. Тут нихуя все звуки, блядь. А, ну то есть мы можем... Блядь. А! Блядь, сука. Так, вот. Аммо. Патроны. И чё, блядь? Вот такой вот... Я испугался уже, блядь, от того, что открылся просто ящик. Ладно. Если есть патрон, значит есть ружье. Логично. Или там пистолет, не знаю. Ну, значит, давайте искать ружье. Так. Он не садится и не бежит. То есть ни бега, ни присиди. Говорю, нет, значит, это даже никакой не стелс. Ну, это индюшка. Кстати говоря, я надеюсь, что она заставит нас попугаться, так как я за нее отдал целых 29 рублей. Вы прикиньте. Платный инди-хоррор. Где это видно? Посмотрим. Ладно, здесь ничего нет, чё, как это ёбнутый. Ну, ружье, конечно, ну ладно, аму такая, ну ладно. Будем думать, что ружье нам попадется в последующем. Ой, блядь, почему они сами открываются, когда я подхожу? А! Ебать! Сука, это пиздец, почему все само открывается, блядь? Фух, что это такое, блядь? Камни? Ладно, что это? Лунная пыль? Блядь, камни. Давай, давай. Опа, опа, опа. Яблоки. Это, короче, хранение. Погреб. Чё? А, он прыгает. Погреб. А в погребе должно быть ружье. Даже бревна поднимается, все поднимается. А! What the fuck, блядь! Скример пошли! Скример — залог успеха инди-хоррора. Подбери ружье, блядь. О! Пресс R to reload. R для перезарядки. Чё за звуки, ебать? Сука, я застрял. Скримеры ненавижу. А у нас как-то есть инвентарь или чё? Не, ничего нету. Все тыкаю обычный, который кнопочки по ланчу. Нету ничего. Фух, что-то мне кажется, сейчас мы вылезем и будет какой-то скример. Ой-ой-ой-ой, блядь. Блять, мне кажется, тут было светлее. Сейчас как дверь за нами захлопнет, смотрите. Блять, такой мандраж. Так, если что, я ему в жбан, короче.
всего, если вы ничего не видно. В игре нет, к сожалению, настроек разрешения. Есть в окне, есть full screen. Я сейчас играю full screen, а в окне у меня, я уже, да, говорил, вылетает. Ну и хотя и в full screen вылетает во время ролика начального, я не знаю почему. Ну это индюшка, в принципе, поэтому. Так, блядь. Cross the bridge. Что, блядь, это может значить? К сожалению, у данной игры нету перевода. Да вы заебали, блядь! Своими скримерами, блядь! Пиздец какой-то. Почему он не идет влево-вправо? Ну это индюшка. Что мы хотим? Да что за хуйня? Только прямо что ли? Какая-нибудь хуйня сзади. Ух, блядь! И? А, мы прошли пролог. Бля, это вообще на английском? Ладно. Моментум один. Сейчас, надеюсь, игра не вылетит, потому что... И? Охуеть, игра вылетела. В общем, всем спасибо за просмотр. Всего вам доброго и до скорых встреч.